понимаю, пацанам не особо интересно вот эта грязь всякая, там трудности. Вот Леха хочет на пляж, и все едут на пляж, видите. А на пляже что? Стоит заглушенный мотоцикл в кустах. И ты своим телом без мотоцикла в воде. Меня как бы это особо не напрягает, ну и не веселит. Поверженный мотоциклист. Ты тоже хочешь извращение с бородой? Батюшка, прости меня. Батюшка, давай, понал. Бля, у колена как-то получилось. Да у тебя что, давай, я понизу сползу. Бля, я боюсь. Всю камеру зай. Топи камеру, топи. Призываю обогнать, чтобы в кадре был великолепный мопед. Я на третьей еду, бурнотяг. Суббота, на том пляже там народу теперь. В принципе, меня радует, что Леха с камерой спереди едет. Меня в кадре нету страшного. Это фотогеничного, это не порчу ему кадр. Красивый перед ним, который там из травы состоит. Отдельное спасибо Николаю, что снял, как я по доске переезжал. Пляж видим. Ну, вроде никого не видно там. Я сейчас на пляж заеду, прям там по песочку побуксую. Испорчу им атмосферу как-то. Ватэ маслом своим выпухом. Я хоть как-то эту природу нашу пополняю этим. Ну, углеводородами.
Обычно же эти олигархи сосут с земли это все, чтобы обогатиться. А я это купил и отправляю назад. Вот. Что? Ну да. Что мы тут будем? Грязные рокеры делают. Люди отдыхают, первые приехали. Я тебе благодарность там проявлял за то, что ты снял меня. Вот, КК-2. Я не знаю, ККЕ, наверное. ККЕ. Там Е? Ага, вот в СССР написано. СССР. А, 800 см. 800 сантиметров. А он у тебя водяной, да? Да. О, поэтому он так и работает, не как воздушник. Все, никак не куплю защиту. Сюда, сюда, ребят. Да нафиг она тебе нужна? Не нужна она тебе вообще, 100 лет 200. Ты погнешь этот. Да что ты погнешь? А он стоит 17 рублей. Он тоненький, да. Сколько? 17. 17 тысяч. Думаю, тебя сварим вот с моего, с камазовского сделай. Ну, я хотел сам с проволоки, у вас на клетку сделать. Продают, не жалейте. Володя, как ты там поживаешь? Все нормально у тебя? Бороду репьев не нацеплял. Знаю, это вам виднее. Мы купаемся там. Да я после болота хоть обмылся. Нет. В сапогах. Во всем виноват Леха. Пушки. Ныряй, Сергей, ныряй. Володь, ты стрелка. Володь. Привет, мотоциклисты. Володь, ныряй, Сергей. Слышишь? Ныряй, Сергей, прям. Да что я, дебил. А ты ж пенопласт не потонет. Мотоциклист какой-то здесь плавает. Откуда ты взялся? Течением занесло. Мужик, ты чё? Тут же пацаны купаются. Пацаны купаются. 3-4. О, дай я фотку сделаю, подожди, сейчас. Еще два эндуриста плывут. А почему без шлемов? А где мотоциклы? Эндуристы. Почему без защиты и без шлемов? Это что, мне не снимает видео? Я видео не снимал, блядь. Не снимал вообще ничего. На месте, как фотки только. А может снимал, Валок, не знаю.